Добрый день, друзья! С вами опять Петрович. 4 июня, суббота, выходной день. Хочу вам показать Азию, второгодочку нашу, та, которая у нас точно так же, кто следит вот за нашими видео, знают, что у нас были морозы, улитки, фазаны, дожди, хлорозы. На сегодняшний день Азия, второгодка, выглядит у нас вот так вот. Энджи, а ну-ка ближе, давай, показывай. Вот такая загрузка куста. Ягода наливается, зреет. Есть еще цветоносы. Есть еще кое-где даже и цветочки. Что-то там пытается цвести. Ну, вот такая вот ягодка на сегодняшний день у нас. Вот такие кустики. Азия, второгодочка. Вот такие цветоносы еще, те, которые наливаются, формируются. А ну-ка вот сюда, в середине куста посмотреть. Давай по ряду пройдем. Давай. Вот, смотри, начинаем. Вот, смотрите. Ой, шикарный куст. Вот такие ягоды. Если честно, думали, результат будет немножко похуже. Вот они. Ага, тут еще мерзлый. Вот он полностью. Мерзлый цветонос. Да, вот он. Черные цветочки. Вот они. Девчата пропустили. Прозевали. Не вырвали его. Потому что весь мерзлый. Мы отходили, выдирали цветоносы. Вот такое состояние. Внутри. Рядом. Вот такие здесь вареники. Тоже второгодка. Азия это. Клубника красавица вообще. Вообще. Вот такая загрузочка. Вон, еще цветоносов уйма зеленых. Вот серединку покажи куста. Значит, что хочу сказать. Выгнали, выдвинули бешеное количество цветоносов на второгодке. Теперь самое главное, чтобы у нас вот кусты потянули это все. Потому что у нас сейчас аномальная жара, припекло уже сколько там, 5 дней, да? 5 дней, да. Блин, шпарит. Жарюка, поливаем ее каждый день. Поливаю клубнику я дробно. После каждого сбора утро и вечер 2 раза в день проливаем, кормим. То есть ну, вот такая вот ситуация по Азии. Вон, покажи, Энджи, сбоку, вон рядочек полностью следующий. Вот так вот оно все выглядит. То есть вот невзирая ни на морозы, ни остальные эти наши бегствия, что смогли, то постарались сделать все. Вроде бы результат неплохой, неплохой. Куст хороший, классный, мощный. Азия, я думаю, потянет, потянет эту нагрузку. Просто надо немножко не расслабляться. Вот такая ситуация с клубникой Азии. То есть завтра, наверное, снимем вам первогодку Азию. Та же самая ситуация, но со всеми этими катаклизмами. Но там размер ягоды просто отвал башки. Пускай лучше будет 10-12 ягод на кусту, но весом 60-80 грамм. Пока... А экземпляры? Вот, ну, 109 грамм пока. Вот самая большая была. Почти 109 грамм. То есть вот завтра снимем, покажем. Как выглядит первогодка Азия. Ну, на этом пока все. Всем больших урожаев, здоровья, сил, всего хорошего. До свидания.